чему вы так радуетесь? Муа! Муа! Радуетесь, что закончилось лето? Да, радуемся! Ведь самое лучшее время – это лето. Ведь можно веселиться, можно отдыхать с друзьями. Вот если бы лето было 12 месяцев в году. Ну? Я думаю, многие этого хотят. Как ты провел свое лето? Никак. Вообще никак. Только гулял. Я была в гостях у бабушки. Все лето? Все лето. И на неделю ездила в Венгрию. Вообще отлично. Я вот лучшую подругу встретила летом. Летом? Да. И теперь она стала лучшей подругой? Да. И ездила в Питер. Ездила в Грецию, учился с друзьями. Но я гуляла и, в принципе, за компьютером сидела. Ну, не очень. А что такое? Ну, погода. Круто, супер. Насколько круто? Ну, на 100%. Плохо. Почему? Я весь день дома сидела. Ты наказана была? Нет. А что тогда? Ну, мне кажется, большинство так лето провели. Ну, не знаю, я, например, постоянно выходил, гулял. Молодец. А ты хотел бы, чтобы лето было 12 месяцев в году? Да. 12? Нет. А что, заматывает уже даже 3 месяца? Да, очень долго это. Конечно, хотела, но, в принципе, там учеба и... Ну, естественно, да. Хотела бы, чтобы лето длилось 12 месяцев? Нет. Почему? Я не люблю лето, я люблю зиму. Зима тоже нужна. Хотела бы, конечно. Нет. Почему? Тогда бы было скучно мне дома сидеть. Конечно. Да, хочу. Да, а почему? Ну, потому что летом жарко. Жарко. Учебы нет. Но если ты будешь 12 месяцев в году тусить, ты ничему не научишься. Ты даже не научишься танцевать хип-хоп. Я там была летом. Понравилось? Там же строгий порядок, режим дня. Ну, зато ночью можно выйти погулять по лесу, посмотреть на звезды. Дисциплину быстро создали. Куда? Гулять после отбоя? Кто это пел ночью вместе с волками в лесу? Пятый отряд? Утром уборка лагеря? До зарядки. Давайте, быстро.
классно танцуют. Ты с ними познакомилась? Нет, но я познакомилась с акробатами. Лагерь – это не для меня. Я лучше на рыбалку схожу. Владимир предложил отвезти ребятню не на пруд, а на лесную речку. Вот уж где нашим глазам представилась такая красота. Облака, отражающиеся в темной речной глади. Густой аромат июльского полудня. Северная, тихая неторопливость времени. Когда кажется, что все замерло, и только травинки колышутся на ветру. А ты сидишь и пьешь этот покой полной грудью. И кажется, что вовек этим не надышаться. Вот она, родина. Валенки, валенки, ой, да не подшитый старенький. Вы готовы? Да! И, конечно, теперь каждый вечер рыбалка. Четыре рыбы на одного червя. Еще меньше. Вот. Ну, здорово, кидай. Самая большая рыба пока за сегодня. Чувствую, я мы эту рыбу выпускать не будем, а пожарим. Так, да? Тихо, стой. Стой. Вы согласны, дети? Да. Что мы ее пожарим и съедим? Это моя первая большая рыба. Это толстая, небольшая. О, спасибо за червяка. Поплёк. Рыба, рыба, рыба. Будет рыба по коме. По коме? По коме рыба. По коме всегда не будет. Бывают и у нас конфликты. И бывает тяжело на душе. Начинаешь тогда разбирать. Говоришь одному. Почему ты считаешь, что можно смеяться и не уважать того, кто не похож на тебя? Его недостатки – физические, видимые глазу, их не скроешь. Но у здоровых внешне людей тоже есть свои болезни, только их сразу не распознаешь. Например, эгоизм и жадность. У каждого есть свои недостатки, но есть и свои достоинства. В мире каждый друг другу учитель. Задумается ребенок. Глядишь, начинает что-то менять в себе. А куда деваться? С острова не сбежишь. С кем днем поругался, вечером все равно ужин готовить будешь. Да баню топить. А, пробуйте рыбку. Вкусно. А, если голова. Можно есть все с головой. Кишков есть там нет. Все там почищено. Кости. Иные не понимают. А зачем все это? Зачем это нужно городскому ребенку? Вот этот неустроенный деревенский быт.
Самодельный домик в облаке комаров. Неровные стежки, народные танцы, спектакль про Древнюю Русь и добытая своими руками рыба. И тогда я начинаю рассказывать про то, как появляются в мозгу новые нейронные микросети, как развивается мелкая моторика пальцев, как расширяется эмоциональный интеллект и как это все вместе повышает IQ ребенка и способствует его дальнейшей успешности в жизни. На самом деле, самый правдивый ответ на вопрос «Зачем?» в том, что только так юный человек полюбит этот мир, который потом будет называть своей малой родиной. Именно эти воспоминания будут греть его в трудную минуту и возвращать к началу начал, когда он запутается в перипетиях своей сложной взрослой жизни. Таково мое убеждение, которое на самом деле даже невозможно объяснить словами, но можно почувствовать, прикоснувшись сердцем. Да, лето – это полный балдеж, можно совсем ничего не делать. Арина, а ты можешь ничего-ничего не делать? Я могу. А я не могу. Ну, хотя бы повышивать. Вышивать? Нет. Рисовать? Рисовать? Нет. Ну, хотя бы лепить? Лепить? Ну, ладно, лепить можно. Всем привет, меня зовут Полина Зуева, и я очень люблю лепить из пластилина. Занимаюсь миниатюрой. Я делала холодильник, у которого открывается дверца. Кровать для Мишки. Я создавала как бы игровой домик. Здесь есть диван для него и кресло. Пульт от телевизора, диск, компьютер и джойстик. Котик. Его зовут Пират. Также я увлекаюсь едой для кукол, миниатюрной. Я делала помидор, тортики в виде эмоджи. У меня тут есть пончики и фастфуд. Еще есть коктейли. Один даже только апельсиновый. Если так сравнить, то все с зубочисткой очень-при-очень-при-очень-при-очень маленькое. Вот это была моя коллекция. Всем спасибо за просмотр и пока. Ну, прям левша 21 века. Интересно, а сможет ли она слепить блоху подкованную? Наверное, сможет. Лето – время всяких фестивалей. Я и сам запилил свой фестиваль «Благофест». Первый сыктывкарский фестиваль видеоблогеров «Блогофест». Суммарное количество посетивших несколько фестивалей – около 1500 человек. Дети и подростки, родители и целые семьи. Общее количество подписчиков видеоблогеров – более миллиона. Самая разнообразная программа – от песен и танцев до выступлений известных блогеров. Син весь день, син трипун всю ночь, слышь. Ищу ответы. Ищу покой, рождем поэтом. Найдешь иску, лечу кометы. Не могу дышать, но сердце знает. Я никогда не уйду, я никогда не уйду. Жалко про еду, я хотя никогда не уйду. Сделать кусь! Аплодисмент! Наверное, да? Все записали, да? В 2018 году «Блогофест» будет проводиться в более чем 20 городах России. Мы приедем в твой город и соберем всех блогеров на одной сцене. Это было ужасно, господи. Это было страшно, вообще весело. Если второй раз, ужасно весело. Ой, девчули, зачем же так орать? Воспитываем силу характера. Вижу. Марьяне и Алисе лето пошло на пользу.
Доходим до конца этапа. Продеваем пластинку везде так. Продели. Поехали. Ну, всем страшно? Да не бойся, ты просто упадешь. Боже, мама, пусть прилетит вертолет, меня отсюда заберет, я от этого месяц мыть посуду. Хочет войволан. Кар я свойлан, лим не згожу меч се носив. Качит войволан, ще лим доймла, та виш мижас отінив. Міча іжимка, енвав мижака, іщ кашуї майтачим тор. Міча іжимка, енвав мижака, іщ кавали майтачим нор. Саша, понимаю, я и сам красивых девушек очень уважаю. Это летняя школа юных филологов. А Саша читает Геннадия Юшкова «Мича Ижимка». Мича Ижимка, ищка Иджаска, ты над муслами лоа бур. Мича Ижимка, ищка Иджаска, мейшу да усак, ощур. Столько всего интересного было у юных филологов. А путешествуя по Юргану, они даже стали участниками онлайн-трансляции в интернете. Все, мы готовы. Чолом, Йорке, ура, гожим, каникулы, став счастливым. Ребята не только смотрели и слушали, но и смогли попробовать себя в качестве телеведущих. Видела эфир по республике с телевизионным каналом Юртана служба. Студиан Марохин Данил. Студиан Немчинов Генрих. Студиан Мешков Александр. Президент Дора Оцигла. Аркутаясон институт Весан Тыш. Немча стройба бурта да мумнясва. Чернотьево ясон с бульдметом лача. Бытовый кирка еще храмы епископ Лен Том Биршак Аде Биргачем. Чолом джолюк яс. Мы нам все чапнем котпиан катуднашны. Мы насулены Валерия. Ну а кыны ваткаль таки королю. Ми поздний еджи злым черьяс, милый балам ниндыр. И мы час чуч маскаша. И сомы варгаль кокаош. Но ставны те повзида. Друзья, а ведь вы, если захотите, элементарно сможете стать телеведущими. Хотя бы нашей передачи. Приходите! Меда-меда-меда, Юрган класс! Мега-мега-мега, чуй мэдас! Меда-меда-меда, Юрган класс! Мега-мега-мега, чуй мэдас! Меда-меда-меда, Юрган тиди! Мега-мега-мега, все худи-дит! Меда-меда-меда, Юрган класс! Мега-мега-мега, чуй мэдас! Экрана голубого снова здорово вещать. Создание внимания волнующим вещам. Команда любознательных ведущих удиви. Для коми земли меда Юрган ТВ. Том ясми эми, як ты дащив. Юрган хэтроле, коми кыв. Тед мачам йорте, да кутлан ките. Арина, Полина, Вика да Никита. Низкого старта со скоростью квант, ломай стандарты, ищем таланты. Наши гаранты, лайкают аккаунты, словно атланты. Раунд за раундом небо, держим в ладонях мета. Юрган на троне, клипак, слог, монолог, мой блог. Чекинемся, ковчат, тут не молчат. Рассказывай, показывай свой самый лучший фин. Для этого и создан меда Юрган ТВ. Мия меда Юрган, ставны слыколы. Мия меда Юрган, был из Вильджикаволы. Наша передача будет каждого качать. Без панчей, без удачи, всех талантами встречать. Мия меда Юрган, ставны слыколы. Мия меда Юрган, был из Вильджикаволы. Наша передача будет каждого качать. Без панчи, без удачи, всех талантами встречать.